эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Акция протеста сегодня состоялась возле спорткомплекса «Олимпиец». Звезды спорта и руководство «СДЮШОР» по легкой атлетике инициировали обращение в областной городской советы. Поводом стало строительство высотки вплотную к спортивному объекту. Работы начались около месяца назад. За это время рабочие снесли каменный забор и установили временные на территории комплекса. Позже ограду перенесли обратно на стройплощадку. Но протестующие утверждают, что строительная техника задела угол стены манежа. Забор изначально, вы видите, за моей спиной стоит временный забор. Здесь стоял каменный забор. Его снесли, передвинули забор вот где-то в районе, где мы сейчас стоим. Но когда директор ШВСМ «Олимпиец» поднял шум, вызвал милицию, составили акт, они быстренько передвинули забор на старое место. Высотка строится вплотную к легкоатлетическому манежу, в котором сейчас идет реконструкция. Полным ходом сейчас вот заканчивают крышу, ремонт крыш, и переходят на внутренние уже работы. Все мы знаем о том, что наше государство выделило деньги на следующий год, в бюджете заложенных 100 миллионов на то, чтобы реконструировать наш спортивный комплекс «Олимпиец», который был построен почти 40 лет назад. Сегодня вот здесь за моей спиной идет строительство, как, насколько я знаю, где-то 12-этажного дома. Это очень обидно из-за того, что сегодня государство выделяет деньги, а завтра этот манеж бедный может дать трещину. Уже там завозили что-то, и там угол здания уже пострадал. Ситуацию прокомментировали в мэрии. Глава городского ГАЗ Александр Авдеев утверждает, что у застройщиков есть все необходимые разрешительные документы. Під час проведення перевірки достовірності даних було встановлено, що замовником зазначених підготовчих робіт є фізична особа. Відповідно до повідомлення є земельна ділянка, відповідно до договору земельної ділянки від 2018 року цільового призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. На пляже «Дельфин» в районе танкера «Делфи», который до сих пор лежит на боку на мели, в очередной раз провели забор воды. Пробу взяли в трех местах, ближе к судну, на глубине и у пирса. Материалы направили в Институт химии воды имени Думанского, подписал представитель экологической инспекции. Результаты анализа будут известны через две недели. Проведен забор воды, значит, отдельно на нефтепродукты, отдельно морской воды. Будет проведен химический анализ, которые включают в себя токсикологические компоненты, ну и, естественно, нефтепродукты и другие макро- и микрокомпоненты воды, такие натрий, калий, кальций, магний, то есть это основные вещества. Плюс проведена будет оценка токсичности водички биотестированием. Напомню, аварийный танкер «Делфи» 22 ноября во время шторма выбросило на мель в районе пляжа «Дельфин». Судно в акваторию вылилось не менее 150 килограммов нефтепродуктов. Первые сутки их содержание в морской воде превышало предельную допустимую норму минимум в 157 раз. Когда шторм стих, водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ установили вокруг аварийного танкера 300-метровую цепь бонов, закрепленных на якорях. В начале декабря нашелся судовладелец, который пообещал убрать танкер до конца года. Но пока никаких работ в этом отношении не проводилось. Как говорится, свои обещания надо выполнять. И поэтому, конечно же, как говорится, кто это... Если вы, как говорится, на мусоре, надо убирать. И акция, конечно же, нужно делать общественность. Не так, что поговорили, пофоткались и пошли дальше. Потому что эта проблема коснется нас попозже, когда будет сезон. Это все равно, это, конечно, интересно, экстремально, но это отпугивает. Во-первых, это небезопасно. Видно, что на этот танкер проникали другие люди. То есть это несет опасность жизни всех окружающих, и горожан, и, главное, экологии. Одесские школьники будут отдыхать с 30 декабря по 13 января. В некоторых учебных заведениях области, например, в Лиманском районе, зимние каникулы начались еще 23 числа и продлятся они также до 13 января. Таким образом, одесские школьники будут отдыхать немного меньше остальных. В департаменте образования позаботились о досуге молодого поколения. На период каникул для учащихся закупили билеты на различные развлекательные мероприятия. На
Наші діти під час канікул відвідують вистави в українському, російському театрі, музичні комедії, концерт холі «Одеса». Для дітей пільгових категорій, як я вже сказала, закуплено білети за рахунок міського бюджету. Це більше 10 тисяч білетів з подарунками для учнів перших шостих класів. Всіх без виключення солодкі подарунки за рахунок міського бюджету. А сразу после каникул в рацион питания одесских школьников планируют внести коррективы. Вместо каши-котлет, которые готовят в школах и которые, по словам чиновников, массово выбрасывают, питание станет чуть дороже, но при этом значительно качественнее. Кроме того, предполагается расширить категорию учащихся, которые могут кушать в школе бесплатно. Это будет более комплексный подход к приготовлению завтрака для детей льготных категорий, перечень которых мы утвердим в сессии городского совета. То есть, скорее всего, расширим, включим туда многодетные семьи, а не только те многодетные, которые являются официально малообеспеченными. Другие дети будут получать напитки и выпечку за счет городского бюджета. Дополнительное питание школьники смогут купить как за наличный расчет, так и с помощью месячного абонемента. И снова о детских садах. Мэрия планирует вернуть в коммунальную собственность ряд зданий, в которых ранее располагались дошкольные учреждения. Речь идет о бывших садиках на Садовой, Варнинской, Героев обороны Одессы, Давида Ойстраха и Генерала Петрова. Все они находятся в частной собственности и не используются по назначению, а некоторые вообще разрушены. В связи с этим чиновники хотят сделать невозможным перепрофилирование любых частных детсадов. Директор городского юрдепартамента Инна Попов предложила проверить архивные данные и изучить договоры, по которым здания садов были переданы в частные руки. В каждом из них должны быть прописаны обязанности инвесторов, и при условии их невыполнения можно обращаться в фонд госимущества с просьбой заблокировать любую возможность собственника построить на месте сада что-то другое. Проанализировать все-таки документы, на основании которых изначально возникло право частной собственности. И там должны быть обязательства по конкретному целевому использованию. Другой вопрос, что контроль осуществляем не мы, как орган местного самоуправления, а государство. Мы только можем, скажем так, обращаться, постоянно обращаться, держать на контроле с тем, чтобы все-таки была проведена проверка. На ближайшей сессии депутаты должны рассмотреть вопрос возврата детских садов и обратиться к их владельцам с предложением начать конструктивный диалог. В Одессе так и не построили пожарные депо. Еще в апреле прошлого года в Лузановке на улице Штилевой выделили землю для спасателей, даже заложили капсулу времени. Но строительство так и не началось. Еще одно депо хотят разместить в Аркадии. Но там для него места пока не нашли, что и не мудрено. Район Гагаринского плато практически полностью застроен. В связи с этим в мэрии приняли решение обратиться непосредственно в Кабмин и к одесским нардепам, чтобы они лоббировали этот вопрос в Верховной Раде. Нужно все-таки подготовить соответствующее обращение к Верховной Раде, к Кабинету министров на предмет выделения средств строительства соответствующего пожарного депо по Штилевой 23. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, вопрос финансирования строительства пожарных депо остался нерешенным. Он признался, что не очень верит в помощь нардепов, но обратиться к ним все равно считает необходимым. Социологи традиционно подводят итоги уходящего года. Киевский институт реформ и развития совместно с Южноукраинским центром этнических и политических исследований ЛАД определил политические предпочтения одесситов. В середине декабря социологи опросили одесситов и выяснили их предпочтения относительно кандидатов и партий на предстоящих местных выборах. Подробнее о результатах исследований смотрите в нашем эфире в проекте «Спецрепортеры». На этом все. Я с вами прощаюсь до завтра.